Утро доброе. Потрясённое. Вообще, что-то мы никакие, блин. Она не умеет шарить тут, прикинь. Я вот так говорю и делаю. Она вот так делает, сверху. И она не понимает. Глупышка. Не надо прям показать. Эми. Ну, давай. Залезь на стул. Сахар 5,2. Прикинь, как я угадал. Охренеть, вот это ты прям. Я ночью встал такой, говорю, пойду померю. Что-то я предчувствую нехорошее. Померил, кажется, у меня 10. А я понимаю, что я уколол там, короче, сначала что-то около 6, а потом еще 4. Я думаю, блин, мне хана, короче. Начал сахар хавать, при сахаре 10. И сейчас вот встал 5,2, то есть, ну, нормально нахавал. Вкусно тебе? Сережа уснул. Я буду сейчас заниматься. Убирать вот этот весь. Время уже 1:30, все спят. Сережа что-то сегодня вообще спит полдня. Я позанималась, и вот сейчас пришла готовить обед всем. Еще приедет моя мама. И погулять с малышкой, то погода хорошая. Вот, у меня просто нет сил гулять, я очень мерзну сразу же. Вот, мне хватает буквально на 10 минут. Алена вот убрала наши настолочки. Я хочу стол вон тут свой разобрать, все эти бумаги. Только Эвердел остался сейчас у нас тут. Ну, пока в него, правильно, я так считаю, тоже мы будем играть пока что, чтобы правила были, чтобы понять, разобраться. Вот. Но он реально, вот Эвердел, хочу сказать, он очень похож механикой игры на покорение Марса, вот эта экспедиция АРС. Не знаю, какая механика у экспедиции Марса в обычной версии, в большой, глобальной. А вот экспедиция АРС, прям вот, ну, надо все учесть, все запомнить, каждую карточку, что за что у тебя там отвечает. С этой ты можешь получить бонус, про это надо там не забыть. Если вот это там не сделал... Ну, вот в «Покорении Марса» там еще более жестко вот это вот. Там надо прям про каждую карточку, да, прям помнить вообще прям очень-очень. А здесь как-то чуть-чуть полегче, но примерно так же. Спал, вот только проснулся. Вообще, вот это накрыло, блин, просто, я не знаю. Проснулись с Алиной 8 с чем-то. Оба такие, блин, вообще что-то как-то вообще никак. Ужасное состояние. И с Эмили мы, короче, улеглись спать. И вот я только проснулся, где-то, наверное, не знаю, с 11, с 12. Кстати, не знаю, наверное, видео будет немножечко мутное, потому что мы сейчас снимаемся со стабилизацией. Не-не! Чипа, не-не, нельзя. Чипа, туда нельзя. Не-не. Там помойка, правильно Эми говорится. Но будет мутно, я увижу потом на монтаже. То есть дней 5 будет мутных где-то, а потом тогда сделаем обратно. Будет все вот так вот дерганное, резкое, но она не покажет этого, потому что стабилизация включена. Но зато будет не мутно. Зимой ложатся ежик и барсук. Я уже, правда, сделал, но, короче, кнопка тут у Эмби провалилась. Вот эта вот кнопка. Жук. Разобрал, поставил на место. Медведь в перлоге спит, нарез урок. Малышка ходила гулять, вот возвращается. Эми, домой. Какого ты медведя видел? Большой медведь. Стала раздеваться. Нагулялась? А ты ей покажи это. А давай покажем, как ты каталась. Сейчас посмотрим, как бы каталась там. Поехали. Поехали. Лежит, как лягушонок. Видишь, она еще как-то сидит, ей неудобно в ней. И тут стучишь. Постучи. Палочкой постучи. Баба. Ручку ей на место поставь. Бабе ручку поставь на место. Давай. Пить. Держи. Откроешь? Бам! Конечно, откроет. Тихо. Вот. Сейчас она опять споткнулась. Вот тоже об эту штуку.
Я не понимаю, зачем они их сделали, вот серьезно. Вот эти вот плюшки. Она сейчас об нее споткнулась, чуть головой об стол не ударилась. Надо наоборот их делать прям. Конечно. Голову. Вот так вот сделали бы, тут загнули бы, да, как бы, и все. То есть мне вот тут зачем шишку, блин. Чтоб дети калечились. Нет, там типа колесо. Здесь колесо прячется под ней. Но оно не нужно. Абсолютно. Это баба кто-то там снежная вылепила. Ну, баба, ну это уже баба. Вот это хорошо. Мы сегодня премия. Нельзя, оставь. У тебя есть что собирать. Обратно в воду. Эми, слезь. Не-не-не-не-не-не-не. Сова? Где, говорит? Заяц где? А, сова там, вон сова. Ешь, тогда сова ее увидишь. Сова, сова. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А, спасибо, сова. Я тут в качестве красной шапочки подкрашиваю корешочки. А Сережа повез маму домой, заодно еще заедет на озон за липучкой такой для подделок для малышки. А мы тут слушаем аудиосказки. Так, давай не так близко, Эмили, не так близко, сядь. Да. Я готовлю ужин, пюрешка будет, котлетки, господи, да. Бум! Маша, растеряша, сосу сейчас еле нашли. Была там у нее в кухне там сбоку. У Алины новенький прикидончик. Крутой вообще. Время. Я сейчас монтировал, короче, видос и наткнулся, как ты, типа, такая. Меня Сережа просил время показывать. А чё ничего не видно-то? Короче, там нормально, там более-менее видно, оно мутно, но все равно видно. У меня так же, на самом деле. Ты делай, ну, подальше чуть-чуть. Смотрим «Ферму Кларксона», 4-я серия. Малышка готовится спать, сейчас уже все, надо укладывать идти. Она сегодня нагулялась, накаталась. Да? Как ты сегодня с Ритой гуляла? Дали ей буботик, на всякий случай, а то по ночам что-то плачет она. А, буботик сегодня, да, первый раз дали. Дай мне ручку. Дай мне ручку. Дай мне ручку. Дай ручку. Засранка. Дай ручку. Дай ручку. Засранка ты. Пойдем. Вау, вау, вау. Давай я в шкаф разобрала. Да, я его склею. А ты куда? Да куда ты игрушку берешь? Вот, сегодня приехал вот такой вот ключик разводной. Где свет? Вот свет. Вот такой вот ключик разводной сегодня у нас приехал. Хороший такой. Классный. Вот, и мне надо закрутить турник наконец-таки-то. Что я могу сказать? То, что я и от руки, в принципе, неплохо затянул. Но ключик, конечно, надо для безопасности. Когда начинаю крутить здесь, начинает вся штанга проворачиваться, поэтому я рукой держал, чтобы, ну, хоть как-то удержать ее. Так что ключик тест прошел. Нормалечек. Сейчас мы как-нибудь в наборчик уберем. А, наборчик. Да, сам наборчик. Вот он-то лежит, приехал. Он большой достаточно. То есть я думал, он меньше. А он оказался больше. Ну, как бы я примерно понимал, но... На самом деле, я думала, что он гораздо меньше. Что я думала, там формат А3 хотя бы, а тут реально пипец. Это уже плохой знак. А вернуть можно? Да я не знаю, но если что-то там сломано, то да. Господи, ты чё? Эми. Это она типа, как это без меня? Маша Стеряша. Маша Стеряша. Села. Села на маму.
Потому что вот это не должно все вываливаться, они должны держаться. Вау. Ну и вот так вот тоже быть не должно. То есть они должны быть как бы ровненькие. Ими нельзя трогать. Это сюда, собери сам. О, даже эти дают. Кошмар, блин, ну просто озон, ребят. Ну это озон. Прям пипец, ты добавь. Ну смотри, вот у вас зажало вместе с поролоном. У нас так мало света здесь. Вместе с поролоном вот туда же вдавило, блин. Вон на душе след остался, блин. Что, понимаешь, что набор, ну, не из дорогих, так сказать. Но все равно, блин. Ну, он не особо и дешевый, извините. Почему? Трюльник, по-моему. Ну, и с чем-то. Около четырех. Это я не знаю, это интересно. Посмотрим. Может, она вот откуда-то отсюда или все. А изолин такая маленькая. Я-то думал, тут нормальная изолента влезет. Ну, обычную мы покупаем, которая она больше. А это маленькая такая. То есть, ну окей, мы ее расходуем. А другую, типа, ну, которую новую я куплю, она больше же, ведь она вот такая, наверное. Так, ну я немножечко вот этим вот расстроен, разочарован. Так-то, в принципе, да. Ну все, вот так вот его, короче, подсобрали. Вот так он должен выглядеть, по сути. Ну нормально. Хороший, мне нравится. Надеюсь, он поможет нам побороть барахло. Бегать когда будем? Бежала. Что-то пару шагов было. Беги ко мне, беги ко мне. Беги ко мне. Да, бежи. Бежи? Конечно. Беги к дивану, бегом. Бегом. Давай, бегом. Ну сейчас нет. Молодец. Сэй, Маша, рассеялся.